Рабочие в поте лица убирают снег и наледь. Им активно помогает техника. На борьбу со снегом в селе Марфино брошены немалые силы. Но с таким объемом осадков, который нам подарило начало года, справиться не так-то просто. Сотрудники территориального управления оценили качество уборки последствий снегопадов. По их словам, работы начались с 8 утра и продолжатся до полной очистки дорог. Погода нам позволяет сегодня и вывозить снег, и качественно очищать покрытие до асфальтового состояния, то есть вывозить в полном объеме снег, раскрывая в том числе прибортовые части автомобильных дорог. Тракторист забрасывает снег в кузов КамАЗа, как баскетбольный мяч в корзину. Все убранное вывозят на утилизацию, чтобы не складировать во дворах. Помимо этого, сотрудники администрации провели контроль качества содержания остановок и благоустройства дворов. Состояние тротуаров возле некоторых жилых домов вызывает вопросы. Давайте, когда наступит уже благоустроительный период, я думаю, повторно мы встретимся здесь на месте. Надо уже его привести. Это самый проблемный. Конечно, проблемный. И тут, в принципе, небольшая площадь ремонта. С уборкой мусора тоже не все гладко. Региональному оператору будет направлено обращение для исправления недочетов. Потому что по синим бакам наблюдается сбой по вывозу. Если основной как бы мусор вывозится сегодня более-менее регулярно, то по синим бакам есть нарекания. Содержание территории в надлежащем виде – это командная работа. Результат зависит от того, какой вклад совершает каждая ответственная организация. Очистили все подъездные входы, подъезды, группы для того, чтобы техника могла подъезжать и вывозить мусор полноценно. Регулярно у нас в графике стоит очистка кровель, козырьков, входных групп от наледи и снега. Все это чистится, все убирается. Обустройство и уборка дворов – процесс постоянный. Но главное в этом деле – исправлять все вовремя, чтобы легкие недочеты не копились и не превращались в серьезные проблемы. Алексей Попов, Максим Силаев, Первый Мытищинский.